Мы приехали в Гетеборг, это второй по величине город Швеции, чуть было не назвал ее Швейцарией. И знаете что? Здесь не работают табло. Но меньше слов, давайте опять же пойдем смотреть город, как здесь выживают люди. Смотрите, какая здесь система вызова такси. Подходишь, нажимаешь, какая, видимо, фирма или куда вам, и выдает билетик, и дальше вы уже садитесь. Довольно круто. Хотя непонятно, зачем, когда есть Uber, Яндекс и, там, и другие сервисы, которые делают все примерно то же самое, но с вашего телефона. Разве что такой очереди красивой нету. В отличие от Стокгольма, здесь туалеты бесплатные, и это, в принципе, видно. Заметно, точнее. Но при этом, вот если вы посмотрите на стены, то это, тут стоят специальные пупырки, которые не дают нормально приклеить объявления, потому что у вас просто плохо приклеится, а если даже приклеится, то вы сможете это легко содрать. А еще во многих городах Европы то в туалет вставляют специальные краники с водой, потому что считается, что вода бесплатная, каждый должен иметь право на чистую воду. И у нас здесь большой такой трамвайный ТПУ. Вот здесь, что интересно, в Гетеборге ходят старые довольно-таки поезда трамвайные. Вот. И тут можно сравнить разве что с нашим Комсомольском на Амуре, где тоже ходили старые ламповые трамвайчики, но там, к сожалению, закрыли движение. Хороший пример дороги в историческом центре, потому что здесь, с одной стороны, мощение сохраняется вид, притом для велосипедистов есть просто асфальтовая дорожка, на которую не помещается автомобиль, он всегда будет заезжать одним колесом на брусчатку и будет не хотеться быстро ехать. И вот здесь искривление траектории идет, и островок безопасности перед путями трамвайными. И это абсолютно, мне кажется, безопасная улица, где даже если человек напьется, он не сможет быстро ехать физически. Притом по улице ходят даже автобусы вдоль трамвайной линии, точнее, по самой трамвайной линии. И они не делают зигзаги, и получается, что у них нормальная средняя скорость, водители и пассажиров не болтают. Еще здесь же есть городской велопрокат, только он, скажем так, старой модели. Видите, здесь вот, чтобы прицепить его куда-то, такой старый некрасивый штырь торчит. И в целом это ситуация, когда вам нужно брать велосипед, но через станцию. Например, в Москве все-таки прокат уже посовременнее, или вот который вот в Алматы я показывал. Там нужно просто подойти к велосипеду, ввести пин-код, и ты его берешь. Интересно, что на сломанной станции вставляют вот такие заглушки, и они горят красным. Кстати, может, вы заметили, что здесь очень много людей на велосипедах ездят в шлемах. И это не совсем правильно с точки зрения городской политики, потому что это создает образ, что велосипед – это что-то опасное. А, кстати, да, смотрите, какой огромный автобус. Гармошка 2Х. У нас бы гаишники от такого, я не знаю, инсульт получили. Если мы будем сравнивать, например, Швецию с Нидерландами, где примерно единый уровень безопасности улиц, то в Нидерландах практически никто не ездит в шлемах, потому что там велосипед – это свобода, это просто, и там все условия для того, чтобы не ездили в шлеме. А вот в Швеции наоборот. И это отталкивает многих людей, которые хотели бы, возможно, ездить на работу там или по делам на велосипеде, но не делают этого. Потому что им кажется, что ездить в шлеме, значит, что-то опасное. И кроме того, многие исследования доказывают, что езда в шлеме увеличивает ваши шансы быть сбитым, потому что водители ведут себя более агрессивно и, например, не держат дистанцию. Или же вы сами начинаете лихать, потому что появляется чувство мнимой безопасности. Поэтому, если мы говорим про то, что велосипед в городе должен быть транспортом, то не стоит популяризировать шлемы. Городские помойки все брендированы. Вообще забавно, что некоторые города разрабатывают свой собственный бренд, а некоторые просто ставят свой герб.
Но вот меня больше интересует, что здесь есть пепельница, и просто мусорка не загорится, если вы сделаете пепельницу. А у нас такое не делают обычно, прикрываясь законом о защите табака, и поэтому наши мусорки регулярно горят. Все как бы просто, просто сделайте пепельницу. В некоторых мусорках есть специальное отделение, куда можно скидывать банки, бутылки, которые можно вторично переработать, и их собирают отдельно и утилизируют. Потому что в целом, когда мы говорим про то, что нужно собирать раздельный сбор мусора, обычно он не относится к уличному мусору, потому что это слишком геморно, но вот иногда делают такие фишки. А еще, кстати, вот да, смотрите, здесь такой знак, ну, точнее, видите, что сзади него решеточка и герб. Это сделано, чтобы его не разрисовывали, потому что здесь знак только с одной стороны. Такая вот защита от вандализма. Интересно, что в Стокгольме, и там в Хельсинки и в других скандинавских городах вешают рекламу вот выше первого этажа. Хотя, например, если мы посмотрим на дизайн-код Москвы, там такое просто запретили. Вот. Хотя, опять же, вот до революции в России тоже использовали поверхность дома выше первого этажа для рекламы. Видимо, просто здесь осталась какая-то традиция старая, а у нас решили очистить все сразу. Что делают в Европе, если очень хочется чуть больше личного комфорта, но не позволяют условия, например, чтобы переехать куда-то? Вешают, например, кондиционеры к себе на балкон. Все как бы просто, ты не портишь общее имущество, ты не портишь облик города, ты ставишь его на своем балконе. Хотя многие муниципалитеты тоже регулируют, что может быть на балконе, что нет, и чтобы избежать захламления. А вот здесь вот поступили интересно и закрыли тканью просто просматриваемую часть, и при том, видите, сделали это в едином стиле. И в целом это смотрится довольно органично, потому что красные рамы, красные балконы, а вот следующий дом там уже, точнее, следующий подъезд уже этого не сделал. У нас здесь, судя по всему, какой-то старый рынок. Давайте посмотрим, разрешено ли здесь снимать и что там внутри. Просто напомню, что, например, в Воронеже есть очень крутой центральный рынок, который недавно реконструировали, но там запрещают снимать внутри. И вроде у вас такая классная фишка в городе, но вы от нее, вы скрываете ее от всех. А здесь вроде все хорошо. Кстати, есть многие люди, которые начинают как бы свое знакомство с городом именно с рынка, потому что считается, что это очень живое место и отражает, скажем так, душу города и людей. Ну и вот, как бы, если придерживаться этой логики, то здесь все очень красиво и должно быть неплохо. Верить этой табличке, которая под потолком, то построено все это было в 1888 году. И смотрите, в каком замечательном состоянии все поддерживается, несмотря на то, что здесь довольно много дерева. Дима обратил внимание, что здесь довольно много вот таких неоновых вывесок. И я вспомнил, что, например, в моем детстве в Красноярске тоже было их очень много, потому что, видимо, было какое-то производство, а потом их заменили на обычные лайтбоксы. И это, конечно, грусть-печаль, потому что в детстве все было лучше. Но и мне кажется, что вот в таком неоне все-таки есть какая-то своя романтика и стиль. Не в первый раз вижу, что здесь используют небольшие электрокары, хотя это скорее гольф-кар, но вот как факт, для логистики внутри исторических центров используют такие небольшие машинки без бензинового двигателя, которые не шумят и не пускают вам под нос кучу выхлопных газов. И это довольно круто, скорее интересно, что очень часто бывает, что вот в таких центрах бизнес объединяется в такие, не сказать, что коммуны, но объединения, и которые как бы руководство этого объединения уже представляет интересы всех абсолютно бизнесменов, ну, участников в мэрии, занимается вывозом мусора и других штук, которые просто облегчают вам жизни, ну, а бизнес при этом платит им определенный свой процент. И вот сейчас мы зашли в какой-то пассаж. Вот. Не знаю, что здесь вам рассказывать. Просто красиво, мило. Хорошая попытка, но нет. Вы так меня просто не заманите. Вообще заметил, что в Скандинавии очень много людей носит светоотражающие какие-то штуки, но вот здесь они не продаются хотя бы нормального вида и под разными цветами. И вы можете их подобрать для своей одежды там, или сумки без проблем. И у нас какие-то вот очень-очень страшные и уродливые, я бы даже сказал, светоотражатели продают. Да, вот типа вот такого.
Петербург вообще большую часть времени был промышленно портовым таким городом, и в наследство досталась вот такая своеобразная архитектура. И вот, например, вот какие-то склады аж 1654 года, но их не сносили, и здесь сейчас располагается куча фирм. И вообще очень часто выясняется, что не обязательно что-то сносить, что человечество очень хорошо умеет приспосабливать старые постройки для чего-то нового. И в итоге получаются вот такие милые места с историей, в которые очень хорошо заезжают крупные корпорации, там всякие хипстеры, айтишники и прочие люди, которым не хочется снимать офисы просто в бетонных коробках, а хочется иметь творческую среду вокруг. Ну и дизайн улицы, точнее как площади, тоже способствует общему впечатлению положительному, потому что, видите, вот брусчатка, еще брусчатка, история, накрытая чем-то. Видимо, здесь все-таки еще идут какие-то ремонтные работы. Короче, вот круто ведь? Или вам не нравится? Напишите в комментариях, если вдруг не нравится, я поставлю вам дизлайк. Друзья, говорят, что я показываю только хорошее из поездок, а Россию только ругаю. Так вот, видите, тут ливневка, тут лужа. Безобразие. Обидно, что вот под таких построек довольно много в Калининграде и Калининградской области еще от немцев. Ну, не совсем таких, но похожих. Но там, к сожалению, все это сносят, и город очень многое теряет. Друзья, несколько секунд красоты. Просто посмотрите на эту дверь. В нее хочется влюбиться. И вот при том эти решеточки, они открываются. И все оригинальное, и вот даже, видите, какая ручка. И ведь самое обидное, что у нас раньше умели делать похожее, и такого было довольно много. Но, к сожалению, сейчас это редкость. И да, вот что важно, здесь домофоны и всякие системы безопасности ставлены не в саму дверь, а рядом. То есть никто, ни у кого рука не поднимается такую красоту выкинуть или заменить железной дверью. Видите, у нас вот небольшой подъем, и специально сделано мощение таким образом, чтобы было максимальное сцепление. И тут даже если вдруг пойдет снег, как коммунальщики-то будут что-то посыпать или там, не знаю, сбить снег, то все равно и машины, и люди поднимутся. Видите, это улица в жилой зоне, и здесь знак дворовой территории, но при этом оставлен проезд для машин. И вот видите, стоят велопарковки, и они стоят таким образом, что они изгибают траекторию движения, и поэтому машины физически не могут быстро ехать, и здесь ему не нужно быстро ехать. И вот кажется, просто ведь велопарковку поставили, но нет, как бы мысль-то более глубокая, и более безопасная улица полезна и хороша абсолютно для всех. Конечно, мы могли бы пойти по этому страшному наземному пешеходному переходу, но, к счастью, в Гетеборге не издеваются над людьми, не сгоняют их на уровень третьего этажа, и все продублировано по земле, и спокойно можно перейти. Уже вышли из старого исторического центра, но вот видите, места стало больше, но при этом проезжая часть примерно такая же, разве что стало меньше пешеходных переходов. Но вот опять приоритет для трамвая, автобусов, для машин ровно одна полоса и очень много места для пешеходов. Кстати, да, это вот как бы переход через соседнюю улицу, но при этом он сделан очень дружелюбно для пешеходов, и машины притормаживают, когда его проезжают. И получается такая безопасность, и как бы водители подсознательно понимают, что они здесь гости, они должны уступить пешеходам. Здесь уже меняют плитку, есть специальный автомат, который поднимает плиты и ставит их на место. Это, я не знаю, они меняют коммуникации или еще что-то. Да, меняют, которые треснули на новые. Не знаю, по гарантии или нет, но такую машину я вижу впервые. Кстати, когда у вас квартальная застройка в городе, вам, по сути, не нужен никакой генплан, потому что у вас уже есть параметры по высоте и по выходу на улицы. Вот здесь вы видите два старых здания по углам, и внутрь ставили новые три или два дома, но при этом у них такая же высота, как у соседних, и они не выбиваются. В этом, конечно, плюс квартальной застройки, то, что у вас как бы заданы все параметры. Вообще, в последнее время, в принципе, с появлением трамваев в городе, в Гетеборге развивали только трамвайную сеть, здесь ее не удушили, но при этом, так как трамвай довольно дорогое удовольствие, то здесь ходят магистральные автобусы, и вот есть такие линии для них, то есть здесь в целом односторонняя улица, но при этом для автобусов две полосы, и они ходят в каждую сторону, и вот такой приоритет. При том, что вот перед перекрестком она прерывается, не совсем становится выделенной, но при этом автобусы проезжают ее без каких-либо проблем.
Так как автобусы стоят дешевле, чем трамваи, как временная мера, многие города пускают скоростные автобусы. Я вам уже показывал примеры из Стамбула и Астаны. Здесь это не совсем скоростной автобус, но в любом случае его средняя скорость намного выше, чем у обычных автобусов. Поэтому... Также все это используется экстренными службами в случае чего, особенно в случае пробок. Ну и к тому же островки безопасности есть, потому что Швеция — это столица безопасности, и здесь понимают в этом толк, и пешеходный переход через автомобильную часть приподнят даже, а вот через автобусную нет. Короче, вот такая вот улица для всех, эффективная, с приоритетом для общественного транспорта. И вот видите, как сейчас он поворачивает, он не мешает автобусам и при этом может повернуть. Такие вставки очень хорошо и многое рассказывают об улице. Вот, например, была обычная улица с ровной линией бордюров, я думаю, в каждом городе такое есть. Но чтобы обозначить, что это именно парковка, чтобы сделать это подсознательно лучше, успокоить движение и сделать улицу чуть человечнее, видите, поставили такие островки, антикарманы даже можно их назвать, и создали, по сути, парковочные карманы без каких-либо долгих реконструкций улиц, просто за счет вот такой небольшой вставки, согласно общему стилю. Они даже, видите, не перекладывали бордюр, который оригинальный был. И все, это недорогое довольно решение. Еще один интересный пример из области дизайна. Видите эти бордюры? Они сделаны специально цельными, чтобы не разрушались от наезда большой техники. То есть даже если кто-то наедет, все будет проще. А само покрытие сделано из бетона, потому что, если вы обращали внимание, в зоне остановок очень часто проседает асфальт под колесными парами, точнее под колесами автобусов. И вот бетон в этом плане намного надежнее. А еще здесь довольно интересная остановка. Она закрыта с небольшим столиком, расписанием, и при этом она проходная. Вот здесь можно найти информацию, а здесь все дублируется в печатном виде. И здесь же есть зарядки USB. И Wi-Fi. Не по ГОСТу. Ой, как не по ГОСТу. Тут, наверное, реки крови случаются. А здесь уже все обычно. Многие замечали, что вот один и тот же водитель, который у нас, например, лихачит по улицам, но при этом, когда он пересекает границу и оказывается где-то за рубежом, то сразу начинает вести себя по-другому. Дело не только в том, что штраф и неотвратимость наказания, здесь просто сам дизайн улицы, он совсем иной. Вот видите, например, перед вами срок безопасности. И здесь нету знаков, но при этом вы понимаете, что здесь пешеходный переход. И вот за счет, там, не знаю, карманов, антикарманов, островков безопасности, дизайна, узких полос и прочих вещей, движение становится интуитивно понятным и удобным для каждого. И поэтому дизайну очень важно уделять много внимания, а не просто закатывать все в асфальт. Вот, например, я сейчас иду... Ой, как не пропустила. Ай-яй-яй. Вот я сейчас иду, вроде как здесь разрыв и выезд на прилегающую территорию, но он сделан как продолжение тротуара, и это уже всеми считывается. Вот, хотя, знаете, всегда есть исключения. Например, сейчас меня обходили по велодорожке, но при этом, когда ты идешь здесь, за счет другого покрытия, другого мощения, тоже понятно, что это велодорожка. И вот такие, из таких нюансов создается удобство, и как бы, когда улица удобная, она в том числе и безопасная. Но у нас, к сожалению, этого чаще всего не понимают. И если продолжать говорить про дизайн, то существует множество фишек, которых нету, например, у нас в России. Вот этот вот переход, который я вам уже показывал через коридоры для автобусов. И видите, он сделан безопасно, он со островками безопасности и прочими штуками, но он без приоритета. То есть вы пропускаете автобус, только тогда переходите. А машины притормаживают и пропускают вас нормально, потому что здесь дизайн так сделан. И это дико круто, потому что в итоге автобусы проезжают быстро, пешеходы в безопасности, и как бы баланс соблюден. Сила дизайна, ребята. Вот вы смотрите на это и понимаете, что здесь парковочный карман, потому что это, как ни странно, карман, и он всеми воспринимается как место для парковки. А вот здесь вот никто не будет парковаться, потому что это уже не кажется карманом, при том, что здесь вот покрытием выделено, что да, сюда можно заезжать, но только для таксистов. И опять же, это все понятно, по идее, без знаков, и даже если у вас там выпадает зимой 2 метра снега, 10 месяцев в году у вас будет это работать. И это правильно. А вот здесь вот уже пешеходный переход, который, точнее, целый перекресток, который поднят до уровня тротуара, и вот машины притормаживают и пропускают всех. Магия!
Но на самом деле это все доступно даже по нашим ГОСТам. Еще пример. Пешеходный переход нерегулируемый. И обратите внимание, что перед ним проезжая часть сужается. И водитель притормаживает психологически, потому что места для маневров становится меньше. А пешеходам комфортнее, потому что им нужно меньше времени на преодоление проезжей части. И, как ни странно, это меньше стресс. И в итоге получается, у нас безопасность повышается, пешеход быстрее уходит с дороги, и водитель быстрее начинает проезжать, и никто не припаркуется здесь. И вин-вин, как бы все отлично, все хорошо, но как вы понимаете, у нас так не делают практически нигде. Кстати, одна из программ Vision Zero, которая была вот в Швеции, которая идет до сих пор, это то, что они многие обычные перекрестки со светофорами заменили на круги. Потому что вот когда речь идет не о таких больших улицах, как у нас любят, а вот о небольших, то круги заставляют притормозить в любом случае, успокаивает трафик. А на светофорах, если кто не знал, обычно происходят довольно, скажем так, кровопролитные аварии, а вот на кругах такого нету. И есть проблема, что круг вот на небольших улицах, и его сложно преодолевать большим машинам. Но для этого делается вот такой специальный бортик из камней, куда в случае чего больше груз может заехать колесом одним, двумя, тремя и проехать перекресток спокойно. Вот. А на больших улицах так делать не рекомендуют уже очень давно. Это плохо для общественного транспорта, много пересечений и наоборот, скорее, небезопасно. А вот на небольших улицах круговое движение всегда приоритетно. Перед вами такое изобретение, как вафельница, которую недавно утвердили у нас. А еще вот я еще раз покажу вам островки безопасности, хотя это скорее направляющие островки, но они позволяют сделать большую непонятную площадь более понятной для водителя и разграничить как-то фазы движения, хотя бы воткнуть куда-то светофор. И здесь, как вы видите, просто понятно, куда вы можете ехать, и это довольно удобно. Помните, в Санкт-Петербурге, когда я гулял вокруг Зенит-аренды, я рассказывал, что вот я не сторонник больших полей пустых вокруг стадионов, что намного лучше, когда он строен сложившись ткань города. И вот здесь как раз такой пример, то, что обычный район города, который живет постоянно, и тут вот как раз идет стадион, и люди спокойно могут дойти до него, доехать на велосипеде или на трамвай, потому что здесь рядом остановка, и в целом нет нужды ехать на автомобиле или просто очень-очень долго идти через такую агрессивную пустоту. А еще представляете, люди здесь тоже идут по самой короткой траектории, и они под углом 90 градусов. Это не только черта российских проектировщиков и людей, видите, тропинки, они здесь есть. В Европе, кстати, в большинстве случаев старые кладбища используются в том числе как парки, потому что здесь тихо, комфортно, и они довольно зеленые и без оградок. И тут вы можете сказать как-то бездуховно или нехорошо, но я хочу напомнить, что, например, в Иркутске и практически во всех других российских и не только городах советская власть все кладбища сносила, и не всегда даже были перезахоронения. И сейчас много парков, по сути, стоят на костях, но при этом там не сохранились надгробия, или сохранились там далеко не все, и память просто была уничтожена. Так что можете поддерживать, можете не поддерживать такие вот парки, но как факт, здесь довольно красиво обычно. Кстати, да, вот тут есть даже колонки для воды, чтобы поливать цветы, например. А вот эти вот желтые штуки стоят на случай выпавшего снега, чтобы тракторы не снесли таблички или что-то важное и ценное. Так вот выглядят колонки, чтобы полить цветы. Здесь просто можно взять лейку и все без каких-либо проблем. Мусорные ящики. Блин, никогда не думал, что займусь урбанистиком и дизайном кладбищ. Но как-то так вышло. Время уезжать из солнечного лампового Гетеборга. Знаете, я, наверное, был несправедлив немного к городу, потому что сначала мне показался довольно скучным таким среднеевропейским городком, а потом как-то раскрылся, втянулся и стало довольно любопытно именно деталями. Например, вот это вот временные какие-то офисы или торговля из железнодорожных контейнеров. Это настроили немного вокзал. И вот если мы приехали сюда, то уезжать будем отсюда, из автобусного терминала, и он тоже довольно прикольный, и сейчас вот мы зайдем внутрь. Просто посмотрите, какой он внутри современный и комфортный, и тут даже деревья растут настоящие, а в целом это такая смесь дерева, бетона, стекла, и вот здесь стоит экран, который показывает динамику, сколько зданий заработало электричество за последние 3 дня. В таком здании просто приятно находиться, отсюда приятно уезжать.
Хотя вот, видимо, еще повезло, что утро, людей нет особо. Вот, подсветку выключили. Но вот в любом случае, как вот навигация выполнена, как вот входы эти большие, табло просто... Шведы очень крутые в дизайне именно в его лаконичности, я бы сказал. Ну, а мы увидимся с вами уже в Мальмо. Это очень интересный город, который пережил падение и сейчас развивается за счет умных решений. До встречи, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить это видео.